Καλησπέρα. Ονομάζομαι Σωτήρης. Добрый день, меня зовут Сотирис, я из Греции. Меня интересует, как можно мотивировать молодых с тем, чтобы они встали на позиции европейской солидарности, единого европейского взгляда. Думаю, только расширением знания о Европе этот вопрос не решить. Разумеется, это очень важный аспект, особенно для молодых, студентов. Но это сфера, где также важно воззвать к чувствам, затронуть струны в душе каждого. Конкретно эмоционально прочувствовать Европу может помочь программа студенческого обмена Erasmus. Благодаря ей между вузами Евросоюза произошел обмен миллиона студентов. Они познакомились с иными странами, культурами, приобрели друзей. Теперь мы расширяем программу, обеспечив также возможность обмена студентам специальных профессиональных училищ. Erasmus больше не будет чисто университетской программой. Затем у нас есть еще один интересный проект. Я имею в виду проект «Молодежная столица Европы». В 2014 году этот титул получит Салоники в Греции. Думаю, это станет прекрасным стимулом для многих молодых, следящих за культурной жизнью Европы, приехать в Салоники, познакомиться с этим прекрасным древним городом. Еще раз ощутить, что такое Европа. Во всем ее культурном, языковом многообразии, насколько она подвижна и многообразна. Хотите задать вопрос? Заходите на наш сайт или на наши страницы в социальных сетях.